Сегодня на улице Станционной в Барнауле сгорело два частных дома и автомобиль Nissan. Возгорание произошло в 5:30 утра. Как сообщили нам в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю, площадь пожара составила 280 квадратных метров. На тушении было задействовано 11 машин и 34 человека личного состава. Из горящего дома пожарные вывели двоих людей, автомобиль спасти не удалось. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования.